Неожиданный визит совершили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями к жителю деревни Каменка Мозырского района. Днем 13 марта в сарае 63-летнего мужчины они обнаружили десяток картонных коробок, а в них весьма специфический груз. При проведении контрольно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, у жителя Мозырского района по месту жительства было обнаружено и изъято 100 литров спирта и 50 литров водки производства Российской Федерации. 150 литров изъятого спирта и водки подлежат уничтожению. По словам владельца бутылок, собирал он их для личного пользования. Впрочем, попробовать содержимое жителю Мозырского района теперь вряд ли удастся. А еще ему придется платить крупный штраф в размере не менее 100 базовых величин. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал Мозырь.